После 50 жизнь только начинается, сказала женщина, заказала себе еще 50 грамм. В магазине детских товаров покупатель. Что это за страшные звуки? Продается, это супердышащие подгузники. Покупатель, почему они так хрипят? Продается, у них астма. Отец ругает сына. Сынок, ты совершенно не читаешь. Я подарил тебе на день рождения книгу. Ты ее даже ни разу не открыл, сын. А пап, как я ее открою? Она даже в дисковод не пролазит. Объявление. Куплю 47-ю, 49-ю, 54-ю, 79-ю струну на пианино «Октябрь». Или продам пианино «Октябрь» без 47-й, 49-й. Мы с женой долго спорили, как назвать ребенка, и потом решили просто наугад ткнуть пальцем в календарь с именами. Ну и что за имя выбрали? Редкое. Тираж 5000 экземпляров. Прекрасная погода, идеальный газон, никаких луж, ветра нет. В общем, как всегда, все против сборной России. Вы кто? Добрая фея. А почему с топором? Настроение не очень. Покупатель, скажите, а почему у краковской колбасы такой несвежий вид? Продавец, а вы вообще в курсе, сколько километров до Кракова?